Здравствуйте, Виталий. Здрасте. Я ваш фанат. Круга. Действия игры проходят на одном из белорусских островов. Спасибо за стримы. Ну, так я так и думал, что Белоруссия. Я сразу первое, что пришло в голову, я же сказал. Но все равно я не могу загуглить и найти это. Плюс в чат, кто был на море в Белоруссии. Папа Нестер, как думаешь, сколько морей в Белоруссии? Хуй знает, я не помню. Ну что еще? Пиздец. Согласен, про моря в Белоруссии можно забыть. Но сколько океанов в Белоруссии? Один? Не, по логике только один океан должен быть в Белоруссии. Ну как бы... Да. Не должно быть больше одного, бря, ну. Как? Каким хуем? Пытаюсь вспомнить карту мира, ну там, с чем Белоруссия соединяется. Да не, нихуя не может быть больше одного. Ну что еще? Привет, Попеч. Я родом из Гатки, Белорусская область, живу на берегу Картофельного океана. Хотел в починке переехать, но по телеку прошла и не... Что... Как вы здесь машины убивают? Ну что за хуйня, блядь, синки? Стрелять в людей из окон и воровать канистры с бензином. ЧП, 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 Рафлан Канистрыч. Ну что еще? Привет, Виталий. Это дядя Самир, твой сосед снизу. Добрый это я пацан, беру у тебя в полу, чтоб смотреть, как ты сексуально дергаешь очком. Приходи сегодня, прочешу твою шахту. Больные дауны, блин, что несут? Ну что еще? Представляю, как ты берешь мой хуй в свой ротик. И чё, я загрелся или что? Просто плюс 200 долбоёба очередного. Я думал, что цель меня загреть, а не подарить мне 200 просто так. Ну ладно. Бля, тут тоже мало бензина. Чат, охарактеризуйте ваш первый секс фразой по печа. У меня, например, дякую, варынера планибал. Ну что еще? Ставь плюс в чат, если когда кончаешь, кричишь века-века-века, даже если играешь в соленого. Кстати, папаня, тебе наверняка будет приятно знать, что на своего партнера по ифу я наклеиваю твое лицо. Я не гей, но с тобой бы поифался в гараже дяди Богдана. Люблю тебя меньше, чем ТПС, Андрей, заезжай сегодня ко мне. Ну что еще? Виталя, это твой папа. Не могу кинуть тебе деньги через кредитку. Разве можно столько играть? Это же деградация. Ты же ебанишься в стране. Найди уже наконец себе девушку, которая будет тебе делать алы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 лıl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 
Еще никогда не видел. Еще? Это просто next level. Попечь. У меня тут возник такой вопрос. Какой вид творога ты любишь? Молочный, соевый или все, так и подзалупный? Говорят, что у тех, кто ест много подзалупного творожка, растут красивые сисички. Совпадение. Ну что еще? Привет, Тартас, недавно начал тебя смотреть, пересмотрел много нарезок с тобой, мне очень нравятся твои стримы, только не могу понять, кто такой дядя Богдан. Я не знаю, блядь. Каждой нарезки, кто это? Я не знаю, кто это, блядь. Какой-то долбоёб что-то придумал и, ну, повторяют за каким-то долбоёбом остальные долбоёбы, я ебу, чё это. Пудла! Твоя мамка, моя самка Рафланки Кичрафлана. Блядь! Найс рифма. Первый раз такое слышу, бля. Респект таким ребятам. Респект таким ребятам за оригинальные рифмы. Реально, что такое рифмы? Вот ни разу не слышал. Твоя мамка, моя самка. Ну что еще? Здорово! Привет, Батич. Здорово. У меня чутка привстал, когда тебя разбанили. Люблю твои сисистые стримы. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ясно. Ну что еще? Я меня обстреляю, надо быть готовым морально. Привет, Батпопеч. Рад, что тебя разбунили. Точка. Хочу передать привет своему другу Лидитке. Собачки и Слузи. Точка. А потом хочу посмотреть, как ты проведешь мою по своей прекрасной небритой щеке. Точка.
там была, бля, я пропустил. Короче. Чё, блядь, как ты меня сказал? Что он вообще пронёс, блядь? Даже не расслышал. Теперь я увидел, уже не хочу отвечать. Ну что ещё? Администрация Твича, вы довольны? Посмотрите на него. Человек голодал без денег полмесяца. Попустер с возвращением. Голодал, умирал! Донаты пошли. Кстати, глянь, видосик называется «Няня бьет ребенка» и «Рафлани Бала». Обязательно. Отличная идея. Ну что еще? Привет, Попеч. Как долго мне не хватало твоего прекрасного убаюкивающего баритона. Слушай, тебя я переношусь в мир грез, где мы с тобой заблудились в лесу, как Гензель и Гретель. Не найдя пути домой, мы решаемся согреться от пламени нашей любви. Стоны и всхлипы в ночной тишине — это наши души. Ну что еще? Папаня, какой же ты топ, сижу в офисе. Да, а да, тут да. Тут есть вопрос у меня. Есть у меня знакомый азиатский жиробаз, огромный такой. Так вот вопрос, нахуй он вообще живет? Нахуй эти пиздоглазые вообще живут? За кроссовки, сделанные им как бы СПС. А так, в помойку их всех. Согласен же, батяч? Это очередной байт на бан. Да, ну видите? Что еще? Вот это вот стрим снайперками летит. Куда? Не куда получится, ты нихуя. Полез? Эй, сладкий, как карамель. Попич попал на мель, статистика пала. И что теперь? Он ловит себе хайп. Кого бы задеть? Ты не вон мразь стрим снайперская упала на лодку. Славного пидора. Ну что еще? Я почти не получил дэмэджа, потому что это УАЗ. Да, УАЗ с крышей. Такой стрим снайпер. Вот я смотрю тебя и использую твою тактику часто. МБ, чего тоже подозрительный сам, даже я просто случайно попался в одну... Ой, все, закрой! ...соси твой рот. Кстати, улыбнись, если ебал жопу и курет, и она обосралась. Марк, если тебя ебал дядя Богдан в жопу, и ты обосрался... Да это эти вот дауны со своими рассказами про, про рандом, рандомно попадает... Типа, постоянно на стриме, постоянно рандомно в мою точку попадает челик, да? Когда без стрима такой бывает раз из пяти игр, да и то, это без стрима такой бывает тоже, когда снайпят. Ой, я даже не собираюсь спорить с очередным дурачком, все. Ну что еще? Только благодаря УАЗу. Бля, у меня было время альтагнуться, поэтому я ответил на вопросы. Ты хочешь, чтобы не отвечал, блядь? А там и правда, девушки в задницу недалеко. Ой, все. Спонтеру глян ебало в чат. Не дайте папа не скатиться. У меня было время альтагнуться, алло. Аутист. Легонько. Ну что еще? Привет. Что ты будешь делать? Если случайно уронишь сливочное мороженое на ножку дяди Бога. Все, иди. Что будешь делать, блядь, если перестанешь быть дауном? Что ты будешь делать? Как ты будешь жить, сука? Я не знаю, вот это вот серьезный вопрос для тебя. Ну что еще? Виталий, приветствую тебя. Смотрю тебя уже давно. Самый адекватный из всех стримеров. Желаю тебе успехов и дальнейшего процветания тебе и твоему каналу. Жаль только, что ты любишь долбиться в сорокатан с каким-то Богданом. Иди нахуй, мразь. Не люблю пидоров, но это твой выбор, и мы его уважаем. Пидор твой отец, блять. Сын шлюхи конченый. Сын шлюхи долбоеба. И пидора. Ну что еще? Кулите популите, только вернулся из ссылки. Три часа выбирал порно передернуть. А тут подрубка. Мне большего и не надо. Спасибо. Я сегодня не буду долго стримить, я уже подрубил часика два назад. Или даже больше. Сегодня долго стримить не планирую. Сори. Ну что еще? Мне нравится, когда меня Дашей называют. Хоть я и парень, а против. Блять! Взорвался. Последняя надежда на нейрокомпьютерный интерфейс и искусственный интеллект, а не какой-нибудь смотрел. Ну что еще? Прямо перед носом. Sims Good сказал Батю Sims Good, кстати, по-прически. Ты давно обещал рассказать, как пиздил бомжей на свалках ради чего? Веры. Расскажи, пожалуйста, четыре башка. Что ты несешь, блять? Ничего не было подобного. Ты сам это сам придумал только что. Ради какого-то гнилого рофла. И никто не смеется, никто не смеется. Привет, дорогой зритель.
Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.